уже в Альпане сидим. Данила вот грустит, придется к 8 утра ходить теперь на учебу. Короче, три выплаты сразу нам будет. Вика. Я уже сдала. Это мой главный проект. Ну что ж, я закончила. Это пирожные. Сейчас, секундочку. We noticed too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Вот так, всем привет. Меня зовут Вика, и добро пожаловать на мой канал. Я рассказываю о том, как мы тут живем в Израиле, осваиваемся. Мы уже месяц как репатрианты, 4 месяца как, в принципе, находимся в Израиле. И да, сейчас здесь идет война. На момент просмотра этого видео я не знаю, будет ли она идти еще. Надеемся, что нет. В общем, у нас сегодня воскресенье, и по плану мы едем в Клиту. Нас туда вызвали как вот новых репатриантов, мы наконец-то получили удостоверение нового репатрианта. И теперь как бы нам сегодня должны рассказать о всяких плюшках, что нам там положено по выплатам, куда мы можем пойти учиться, учить язык, что еще вообще можно использовать. Вот, еще сегодня ночью перевели часы в Израиле, и мы, получается, вернулись на час назад. Вот. Мы уже, конечно, отвыкли от такого, в Беларуси давно не переводят часы. В общем, оставайтесь, я надеюсь, что вам будет тут интересно. Мы уже в Альпане сидим. Данила вот грустит, придется к 8 утра ходить теперь на учебу. Еще плюс, должны были нам в аэропорту дать денег, прямо на руки. Но из-за того, что мы чуть по другой стране приезжали, нам и тоже на счет зачтут. Короче, три выплаты сразу нам будет. Три выплаты это типа 4200 баксов где-то. Ну, короче, 4 с хером. Вот. Ну, звучит неплохо. А теперь к плохим новостям. Мы записались на Ульпан. Это обучение языку. И 5 месяцев, 5 дней в неделю. К 8:30, блядь. И еще домашку учить. Пиздец. Это Данила рассказывал, что мы сходили вот в Ульпан и какие выплаты мы там будем получать. Ну, не в Ульпане, а от Министерства абсорбции. Вот. Короче, все сходили, все оформили, и уже завтра начинается учеба. Я, конечно, не очень готова. Вот. К 8:30 вроде как. Мы еще почеримся хотя бы месяцок. Блять, 8:30, пиздец. Как жить? Жизнь теперь, блин. Наши местные коты. Вот этот не хотел никогда раньше гладиться, а сейчас вообще руку мне ходит и облизывает. Какой ты пушистик, да? И ты пушистик. И ты пушистик. Все пушистики такие сладкие. Такой же красивый, я не могу. Короче, мы уже дома. Вот. Оформили все, все документики, нам все рассказали, что как нужно было сделать. Будем получать корзину. Будем... Что будем получать? Возможно, нам выплатят сразу две, мы не знаем. Вот, я там записывала кусочек Данилы. Пока мы шли. Вот, мы еще сходили, сразу записались в Ульпан. И он начался вообще сегодня, но мы, конечно же, пойдем завтра. Вот. Уровень Алиф. Будем учиться ходить к 8 утра, 5 дней в неделю. Никто из нас к этому не готов. Данила особенно. Вот, ну, что поделать, придется ходить. Пока даже не знаю, учительница говорит только на иврите. Вот. Мне немного грустно от того, что, возможно, сегодня уже все там что-то познакомились такое. Вот. Ну, хотя бы со мной будет Данила, мне уже как бы не грустно и одиноко.
Вот. Такие дела. Очень устали сегодня. Вообще, еще сегодня хамсин, душно. Конечно, прикольно, когда у тебя в конце октября 30 градусов. Осень вообще не ощущается. Вот. Но жарко. Это вот мы такие немножко сонные. Расходили на первый час занятий ритм. Сейчас будем кушать. Вот так вот. С таким вот красивым видом. Это бутылка. Чем занимаются девочки на взрослом дне рождения? Подожди, а как оно? Но! Так мы же собираем, подожди. Подожди минутку, мы соберем это, да, мы тебе уделим. Если вы не собираете, то тогда я вам стрела машину. Ой, а у тебя что, уши выросли? Да. Ничего себе. И мы вышли на перекус снова. На море. Море такое красивое, там прям хочется искупаться. Пока никого нет, можно показать, как выглядит наш класс. Такие вот студентики, буковки писали. Мы сходили познакомиться с нашим куратором. Это местная мэрия. Очень красиво выглядит. Такой прям настоящий офис. Там сейчас лифт откроется и будет прозрачный лифт.
Вот сюда. О, тут еще такой дизайн. Вообще очень красиво. Я, конечно, очень замечаю, как у меня проседает, так сказать, съемка видео, когда я очень сильно устаю. Вот. И как бы по обрывкам последних дней вы можете понять, что да, я устала. Мы записались в Ульпан, ходим теперь в него. Это занимает полдня. С 8:30 до 12:30 с перерывом в полчаса и минут 10-15. Но тяжело, тяжело. Я не очень как-то успеваю сориентироваться. Она говорит то на иврите, то на английском. И пока мой мозг обрабатывает одну информацию, она, ну, как бы я не успеваю обработать другую информацию. Пока что, конечно, вообще не знаю. Данила пока еще ходит со мной, но он очень сомневается. Муж мой очень сомневается, нужно ли ему туда ходить. Он пока не понимает, нужен ли ему язык. Я понимаю, что мне нужен, потому что как бы английский я скорее не знаю, чем знаю. То есть я понимаю какие-то мелкие фразы, могу там что-то понять простое, и то вот, как казалось, не все. Ну и, собственно, как бы с ивритом мне в Израиле будет легче. Мы еще просто мы не знаем, насколько мы здесь, будем ли мы оставаться, как-то жить. Ну, то есть сейчас мы живем тут. Кто знает, как развернется ситуация дальше, потому что ситуация в мире совершенно непонятная. Вот. У подружки у моей на день рождения, это я была, мы праздновали вот ее день рождения, это либо она с мужем нас приютила в наш первый месяц в Израиле. Вот. Ну и пока что все вот так вот закрутилось. Мы тут еще сегодня мы уже сходили, познакомились вот с нашим куратором в мэрию. Мэрия меня поразила, красивая, неожиданно. Ну, такое прям офисное здание. Неожиданно для краётов. Вот. Приятный там куратор у нас. Оказалось, они искали мадриха недавно буквально и взяли другую девочку, а я бы отлично подошла на эту должность. Ну, ничего, у меня есть чем заниматься сейчас, конечно же. Вот. И что, вот вторник? Вторник сегодня, да, да. Мы очень устали. Еще Данила поехал сейчас в команду с Либой. Там нужно помочь им перетаскать вещи, что-то покрасить. Вот. А я дома одна и хочу воспользоваться этим моментом и выйти в эфир в ТикТок, потому что сейчас там уже больше 1000 подписчиков, уже больше, чем 1200. Хочу посмотреть, как работают тиктоки, в тиктоке прямые эфиры, вот, посмотрим, к чему это приведет. Ютуб сегодня тоже очень радует, там 500 просмотров на видео за 2 дня, пока что это рекорд, это прям вау. Короче, с тиктоком и эфиром ничего не вышло, у меня нет кнопки, соответственно, не работают эфиры, я написала в поддержку. Я написала в поддержку, а они мне не отвечают. Вот, ну, я сижу, работаю, как бы мне есть чем заняться, к счастью. Вот. Мы купили сегодня немножко канцелярии, папочку, вот, для иврита. Это для документиков разложить, картон. Мы будем делать тусовку хэллоуиновскую. Вот, ну вот что прикольно выглядит. Это, короче, такие скрепочки. И вот тут звездочки, да, а с другой стороны луна. Прикольно, да? Вот, папочка, правда, картонная, долго не проживет, но, в принципе, на 5 месяцев должно хватить. Утро. Чего, четверга. Мы начинаем с больнички. Вот, я уже сдала кровь. Это ты? Да, конечно. Нам для... Как это? До сдачи крови нельзя было кушать, поэтому мы кушаем сейчас. 12 часов не ели ничего вообще. Вот. Данила уже покормил котов. Вот, ветчиной. Им повезло. Вот эта серая, она какая-то быстрая и резкая, и отбирает у рыжего еду. А рыжий такой вообще прям стесняшка.
Мы празднуем день рождения наших одногруппников. Собираюсь на мероприятие, которое сегодня делает Паша. Снова наподобие того, на котором я уже была. Как-то вот придумала себе прическу. Я подобную делала на клип для танцев как-то летом. Вот, но у меня не получались все никак вот эти ушки. Так, чтобы вот красиво их расправить, и они типа держались. Вот. А сейчас я решила их просто оставить вот так. Посмотрим, как они продержатся. Но я их, конечно же, прицепила там невидимочками сзади. Вот, тут видно. Вот. Такая вот красивая. Это мой главный проект. Привет, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Артём. Я продолжаю полтора. Люксы, кто не будет заходить. И вопрос, что если 18-15, вариантов нет. То есть ты либо ищешь человека, передаешь ему процент, надо сделать... Пятница? Я сегодня с утра уже тут вот химич на кухне, потому что вечером мы ждем ребят, наших Пашу и Машу, на тематический вечер хэллоуиновский. Вот, и, соответственно, я делаю сладости, Данила делает сегодня лазанью. Ребята еще об этом не знают. Вот, ну и ребята должны принести еще пиццу. Короче, тусовочка у нас ожидается очень интересная. Я делаю маффины в первый раз в жизни по рецепту из книжки. Вот так вот оно должно получиться. И на самом деле я уже одну партию испекла. Я уже протыкнула зубочисточкой. Ну, как это, по мне кажется, выглядит достойно. Чуть-чуть подгорело, но за счет того, что шоколадные не видно. Они шоколадно-банановые и с корицей. Ну что ж, я закончила. Это пирожные картошка в виде могилок. Грустно, наверное, делать в такое время могилки. Ну, это же хэллоуиновская тема. Мы чуть-чуть украсили уже комнату. Я еще хотела, кстати, сделать летучих мышек. Ну, ладно. Но я, может, успею. Да, и вот мы сейчас будем с Машей чем-нибудь химичить. Чем-нибудь красить. Ну, кстати, распушала цветы. У нас тут хэллоуин вовсю. Просто ничего себе. А сейчас я вам покажу себя. Вот такая вот. Сейчас, секундочку. Ну что ж, мы зажгли свечи. Данила сегодня приготовил лазанью. Все такие раскрашенные. И даже Данила немножко потек глазами. By the milk lighted moon, all that was lost is revealed. Bygone burdens, echoes of the spring. But where have we come? And where shall we end? Ребятки, угощение. Смотрим. Пирожная картошка. Да. Печеньку я сама выпью. Мы вышли прогуляться. Мы за таранкой вышли. Подсмешивай таранку, я понял. Ты за свеженькой. Что
Да. Она хочет. Она Здравствуйте. Смотри, какая она радует, она вообще не долбит. Я вообще, этот мир настолько понятен, что она людей вообще немножко не ставит. У нас еще девушка есть в Португалии. Я не знаю, ни английский, ни иврит. Я вообще не типа... И девушка, которая читает... Вдоль моря. О, походу, я... Крейзи бабка. Давайте посмотрим, что она сейчас одевает. Да ничего, она просто будет это. Ну, вы уверены, что хотите это подходить так близко? Мне тоже прикольно. У меня это вечерняя тренировка. Где бабка, не вижу. Она замуж. У нас тут фототерапия ночная. Здравствуйте, здравствуйте. Суббота. Мы с Машей вышли на пляж. Ну, собственно, пляж очень даже многолюдный. If just so you noticed too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.